подойдя под самую ЦОВ, возле железнодорожного полотна, мы увидели здесь источник воды, просто бьющий из-под земли. Вот там на бывшем железнодорожном полотне стоит Валерий, а здесь внизу бьет источник воды. То ли это родник, то ли это прорыв какого-то трубопровода. Все может быть в наше время. Но в любом случае мы находимся в месте, откуда и берет начало река Бахмут. Отсюда ли или с другого местечка. Все это стекается в нее.